Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем готовить печеные яблоки с медом. Для этого нам понадобится 2 яблочки. Они должны быть обязательно твердых сортов. Лучше использовать яблоки такие зелененькие, они с кислинкой. Понадобится корица нам. Также корицу можно взять и в палочку. И обязательно мед. Если нет меда, то мед можно заменить сахаром. Самое важное — это правильно приготовить яблочки. Сейчас мы будем это делать. У яблочек нужно обязательно убрать сердцевинку. Нож должен быть острый. Сверху мы срезаем кожуру и удаляем сердцевиночку. Сердцевинку мы удаляем поглубже, удаляем так, чтобы вот это дно нижнее не повредить, чтобы мед ни в коем случае не вытек из яблока, чтобы он все яблочко пропитал. И здесь тоже у нас где-то диаметр 1,5 сантиметра, 1,5 сантиметра. Так, осталось совсем чуть-чуть. Вот таким способом мы удалили сердцевинку. Продолжаем удалять дальше других яблок. Сердцевинки мы все вычистили. Хочу сказать, что яблоки печеные, они очень полезные как взрослым, так и детям. Их назначают при дисбактериозе, также они улучшают пищеварение в организме, предупреждают развитие опухолей за счет соединения свободных радикалов, и также они выводят плохой холестерин. Значит, верхнюю кожицу с яблочек мы срезаем, так как яблочко мы будем натирать корицей, чтобы оно пропиталось вкусом корицы. Вот так, я думаю, что достаточно. Сверху на то пространство, которое мы почистили, мы посыпаем корицей. Если корицу не любите, можно потом, после того, как вы приготовите яблоки, когда они остынут, посыпать сахарной пудрой. Тоже очень вкусно. Так, и теперь мы в яблочки заливаем мед. Тоже на любителя, сколько вы любите. Мы будем по чайной ложке заливать меда. Внутрь каждого яблочка мы вставим вот такую палочку с корицей для вкуса, ну и для красоты тоже. Корица это продается в любом гипермаркете, корица палочками. Ставим в духовку, раскаленную до 180 градусов на 20 минут. И за яблочками присматриваем. Яблочки наши готовы. Мы их перекладываем на блюдо. От них очень приятный аромат идет, исходит. Полезный и вкусный десерт наш готов. Пожалуйста, пробуйте, готовьте с нами по нашим рецептам. Приятного вам аппетита и спасибо за внимание.